Сергей Владимирович Михалков. Эй, где мои штаны? Три поросенка. А где Дима? Эй! А, да! Я слова не помню, дальше Лера. Все одинакового роста. Круглые, розовые. С одинаковыми веселыми пятачками. Это же не помню, что дальше Илья. Не помню, что дальше. Настя, а чё я сразу? Даже имена у них были похожи. Всем привет! Я Волк! Сюда, Волк, дурачок. Ты плохая девочка. Вот и играй теперь сама. Да! Давайте построим дом и будем зимовать под одной теплой крышей. Успеется. До зимы еще далеко. Мы еще погуляем. Когда нужно будет, я сам построю себе дом. Я тоже. Ну, вы хотите найти, но строить себе дом. Иди ты уже. Ты найдешь. Я в домике. Ух ты, какой классный у тебя домик. И солома. У меня хороший дом, новый дом, прочный дом. Мне не страшно. Дождь и гром. Ну, вот и твой дом, гад. Ли ты с кем-нибудь воевать? Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Хитрый, страшный зверь не ворвется в эту дверь. Я, конечно, всех умней. Дом я строю из камней. Да там плохого зверя! Это он был... То, что начинается в первом событии, должно каким-то образом закончиться в последнем. То есть несплоченность заканчивается сплоченностью. То, что начинается во втором событии, должно каким-то образом закончиться в четвертом. Провал на сцене заканчивается попыткой реанимировать спектакль, то есть совместной игрой. Центральное событие меняет спектакль все, то есть является причиной всех изменений. В нашем случае драка двух девочек вынудила всех вернуться на сцену. В режиссерском анализе есть понятие ведущего предлагаемого обстоятельства и исходного предлагаемого обстоятельства. Исходное предлагаемое обстоятельство начинается с самой первой секунды спектакля и до последней. В нашем случае это неподготовленность актера. Ведущее предлагаемое обстоятельство начинается в основном событии и заканчивается в финальном. В нашем случае это желание доиграть спектакль. В любом спектакле всегда должен быть конфликт между исходным прилагаемым обстоятельством и ведущим прилагаемым обстоятельством. В спектакле конфликт между неподготовленностью актера и желанием доиграть спектакль. Также в спектакле есть тема и идея. Тема – это проблема спектакля, идея – решение проблемы. В спектакле тема – неподготовленность актера, а идея – выкрутились.